В понедельник министры Израиля выразили тревогу по поводу роста напряженности в отношениях между Иерусалимом и Анкарой. Турция попросила отложить ставшие уже регулярными совместные тренировочные учения ВВС нескольких стран. Учения должны были начаться в Турции в понедельник, но теперь отложены на неопределенный срок, после того, как в Анкаре Израиль исключили из числа участников. Власти Турции прокомментировать ситуацию отказались. Министр промышленности и торговли Израиля назвал эту проблему весьма чувствительной и подчеркнул важность стратегического сотрудничества между Израилем и Турцией. У нас с турецкой стороной тесные взаимоотношения и стратегическое сотрудничество на высоком уровне. По этой причине мы должны вести себя тихо и с максимальной осторожностью, заботясь о том, чтобы, упаси Бог, не наступило мрачное будущее. Ранее две страны тесно сотрудничали как в военной, так и в торговой сферах. Однако в последнее время их отношения охладели. Причиной стала критика Израиля премьер-министром Турции за прошлогоднюю военную операцию в секторе Газа.